Официальный представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что США призывают Россию не размещать «Искандеры» и комплексы С-400 в Калининградской области. По словам Кирби, это несет угрозу европейской безопасности. При этом Кирби признал право России размещать ядерные силы на собственной территории. Пресс-секретарь Госдепа рассказал, что Россия вот уже 20 лет обещает разместить «Искандеры» в Калининграде. Каждый раз это было ответом на разные ситуации в Европе. Ни одна из них, по мнению Кирби, такой реакции не требует. Джон Кирби на брифинге также от лица Штатов призвал Россию воздерживаться от действий, которые не соответствуют обеспечению стабильности и безопасности в Евроатлантическом регионе. Напомним, ранее об установке комплексов заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Это стало ответом на развертывание американских ПРО в Европе. Из-за этого Россия будет вынуждена задействовать дополнительные силы и средства для прикрытия соответствующих объектов и пунктов управления. Добавим, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» может иметь ядерную боеголовку, а комплекс противовоздушной обороны С-400 «Триумф» является оборонительным видом вооружения.